Всем привет, друзья! Сегодня мы качаем ноги. У нас две разных программы будет. Санек расскажет про свою, я расскажу про свою. У меня будет программа такая больше, чтобы в спине не вредить. Санек будет вредить спине. Поэтому, да. Короче, Санек сейчас расскажет. Моя тренировочная программа для ног состоит из трех упражнений. Первое, я делаю приседания со штангой на спине. Три подхода по 10 повторений, именно с рабочим весом, предварительно хорошо размявшись. Потом делаю разгибание ног на тренажере на сидячем. Тоже три подхода, но уже по 15 повторений. И потом сгибание ног, это на бицепс бедра. Получается от 4 до 5 подходов по 10-12 повторений. Моя программа для тех, у кого какие-то проблемы со спиной есть, сколиоз, возможно, как у меня герой второй степени, неважно. Нельзя давать нагрузку вертикальную тем, у кого проблемки со спиной есть. Поэтому первое – это жим ногами в тренажере, потом разгибание ногами в тренажере и сгибание ног в тренажере. Будем делать где-то по 4 подхода в каждом по 10-12 повторений. Так, ребят, я обычно делаю суперсетами. Сначала жим, потом разгибание и сразу же сгибание. Суперсеты без остановок. Все, мы начинаем первый рабочий подход. Предварительно я сделал 2 разминочных и до этого 10 минут покрутил на велике, чтобы размять суставы. Теперь делаю 3 подхода по 10 повторений с тем же весом. Короче, методика Санька отличается тем, что он делает 3 подхода на приседе, сразу же 3 подхода, потом переходит к разгибаниям, вот туда, тоже 3 подхода, да? А у меня... Потом сгибание. А у меня наоборот все, то есть я делаю тут, тут и тут, сразу же у меня суперсет получается. Он делает суперсетом, а я отдыхаю по 3 минуты между подходами. Лично я считаю, что это гораздо эффективнее, суперсеты. И отдыхать между подходами где-то 2-3 минуты. Точнее, не между подходами, а между кругами. Парень Брюса Ли убивает. Да. Наш тренер подписчик Артура просто. Да. Тренер по боксу подписан на Артура. С приседом мы закончили. Я вам теперь 3 подхода по 15 повторений здесь. Короче, ребята, мы прокачали ноги, мы сделали, получается, я сделал 3 подхода здесь, 3 подхода на разгибание, и потом 4 подхода я сделал на разгибание. И все, в принципе, икры я качаю в отдельные дни, поэтому сегодня икры делать не буду. Так что всем отдыха, всем восстановления, не забывайте качать ноги. Короче, нормально потренили, можете выбрать программу, либо его, либо мою, попробовать, какая больше понравится, но лично мое мнение, суперсет гораздо лучше всегда. Все, пока всем. В общем, ребят, мы на... Ноги мы никогда не качаем. Не нужны. Вырезаем.